Сегодня 20 марта 2024 года. Это тестовая запись. Я просто проверяю освещение и звук на моем новом месте. Как меня слышно и видно. Что нужно поменять. Пытался я хоть что-то записать для YouTube, но у меня ничего не получается. Эту ночь я опять не спал. Не спал совсем. На улице разговаривали всю ночь. Или в окнах, или стояли на улице какие-то негодяи. И на прошлой неделе тоже я не спал так же всю ночь. Не знаю, как я буду жить на этом моем новом месте. Ну, в общем, моим подписчикам, если у вас есть какие-то вопросы ко мне, простые вопросы, на которые бы я мог ответить, то милости просим, потому что, ну, сам я пытался записать эту историю о том, как я угодил в психушку на 2 года, будучи беженцем здесь во Франции. Но мне это не удалось, поскольку история довольно-таки сложная. Без подготовки и за один раз не получается всю ее рассказать. Да и кому она будет интересная? Вот. Так что жду ваших вопросов в комментариях.